здравствуйте, уважаемые финалисты муниципального этапа краевого конкурса, директор школы Кубани 2021. В зале Центра культуры «Родина» сегодня собрались руководители школ и гимназий всей Анапы. Из 7 претендентов на звание директора школы года до финала дошли 4. Позади создание собственной визитной карточки в форме видеоролика и проведение педсоветов. В заключительном туре руководителям предстояло найти решение какой-нибудь конкретной проблемы школы и рассказать коллегам о себе. И вот пошли, вернее помчались дни моей жизни в качестве директора. В первые 3-4 дня мне хотелось вообще исчезнуть. Назад пути уже нет, а впереди стена неимоверных проблем. И, как мне казалось, пути решения их нет. Школа всегда должна шагать в ногу со временем, быть конкурентоспособной, не довольствоваться достигнутым. Многие мои единомышленники – это люди, с которыми я работала прежде не один год. Это лидеры. Я им доверяю и знаю, что свои задачи они решат вовремя и на высоком уровне. Чтобы выстроить хорошую школу, от директора требуется немного. Не бояться окружить себя людьми, может быть, в чем-то умнее и талантливее, чем он сам, и дать им направление. В настоящее время в нашей школе обучается 76 учащихся. Педагогические кадры представлены 11 учителями. 4 учителя нашей школы имеют стаж более 30 лет. 6 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог высшую и 4 педагога соответствия. Директорский конкурс – одно из 7 творческих состязаний в сфере образования, которые проводятся в Анапе. Имена победителей пока держат в секрете. Церемония награждения состоится в декабре. А уже сейчас участники конкурса получили опыт, который обязательно пригодится им в работе. Директор, он еще же и просматривает дополнительную литературу, он изучает нормативные документы и, знаете, подготовка к конкурсу, она помогает директору определиться даже порой, потому что они работают своими коллективами, они выходят в другие школы, в другие коллективы, видят, как это там все организовано. Конечно, только польза, это обмен опытом, это колоссальная подготовка. И вот директора сами говорят, знаете, говорят, а некоторые моменты я не знал, вот сегодня я уже буду знать, буду применять в своей повседневной практике. Победитель муниципального этапа представит Анапу на краевом конкурсе директоров школ. Он пройдет в начале следующего года. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.